Перед поездкой на званый обед всем ребятам раздали маски и перчатки, а еще измерили температуру. В эти дни особенно не стоит пренебрегать мерами профилактики. Все детки могут к вам в гости сейчас приехать, да? Хотите в гости? Сюрпризы начались сразу, как только дети вышли на улицу. В этот раз было решено отвезти мальчишек и девчонок на красивых машинах в сопровождении крутого Харлея, чтобы они почувствовали себя настоящими звездами. Ревяз Ревазович приготовил не только праздничный обед, но и подарки для каждого гостя. Для этих ребят такое впервые. Сейчас карантин, и все подобные мероприятия запрещены. Дети теперь уже сидят дома и с радостью вспоминают званый обед в гостеприимной Хинкальной. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».